проезжаем мимо Выборгского замка и направляемся в сторону ратуши. Ратуша за деревьями. Ну, по романтичной дороге поедем. По романтичной? Ну давай по романтичной. В кирпич только не надо ехать. Поверните направо. Ага, мы здесь пешком ходили. А что тут, стоят что ли или что так? Проехали. Да, тут я помню, мы тут ходили. Романтичный проезд. Вообще здесь красивые домики. Тут вот порт остается. Тут порт проезжаем. Магазин Верный, это прям сеть верных магазинов. Верные, что же, наверное, верные. Ага. А вот там мы с Надюшкой через заливчик были на пляже вчера вечером. Тут тоже вот еще не отреставрированный домик. Центр приезжаем. Может, мы Святого Гиацинта проедем? Через 300 метров поверните направо. Или уже не проедем. Уже выезжаем из города. А тут что-то золотыми буквами написано. Что тут? Выборг. Эрмитаж. Ух ты. Тут еще и Эрмитаж есть. Поверните направо. Интересно. Первый этаж. Тихо. Такой вот домик красивенький. Что ты мне? Куда я даю мальчик? Просто еще не поняла, куда мы едем. На Санкт-Петербург это прямо. Ой, господи, что-то. Лежачий.